На избирательном участке 0232 Дома культуры села Витязева атмосфера была праздничной с раннего утра. Работала ярмарка, жарили шашлык, варили плов. В 8 утра на участок прибыло 25 человек, а к 10 утра количество избирателей увеличилось в 8 раз. На 10 часов было где-то 187 человек. Ну и сейчас уже 205-208. Вот сейчас люди, видите, подходят. В 10:20 на избирательный участок прибыла мэр Анапы Татьяна Евсикова. Здравствуйте. 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 Давайте подходим. Исполнив свой гражданский долг, глава курорта пообщалась с казаками хуторского штаба станицы Благовещенской, который в Витязевском доме культуры обосновался недавно. Нужно обязательно создать здесь надежную казачью дружину по охране общественного порядка, которая могла бы показать хорошую работу и быть примером, отметила Татьяна Евсикова. Что нужно, вы говорите мне, да я всячески буду вам помогать для того, чтобы у нас был мужчина здесь. Спасибо. Мэр Анапы посмотрела на выступления творческих коллективов Витязева. Среди выступающих постоянный участник городских и сельских праздников народный ансамбль песни «Рябинушка». Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию влюблен. Глава города-курорта призвала всех анапчан принять участие в голосовании. Ведь от выбора каждого зависит будущее России, будущее нашего города. Тот, кто по-настоящему любит Россию, кто хочет, чтобы она и дальше менялась к лучшему, тот не имеет права на равнодушие и безразличие к ее судьбе. Всегда желание. Я ни одни еще не пропустил. Чтобы жизнь стала легче. Чтобы был мир, мирное небо над землей, счастье, благополучие всем россиянам. Чтобы наша страна все время была благополучной, сильной, независимый. Я надеюсь, так и будет. Вадим Родин, Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.